Российское правительство одобрило закон о запрете высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд. Об этом сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. Согласно документу, теперь нельзя высадить ребенка без билетника, если он едет без сопровождения взрослых и ему нет 16 лет. График работы городского уличного освещения в марте изменился. Сейчас фонари утром выключаются в 6 часов, а вечером зажигаются в 18.10. В таком режиме город будет освещаться до 10 марта. Затем таймеры начнут сдвигать на полчаса в соответствии с продолжительностью темного времени суток. 33 медали труженикам тыла вручили сегодня в Великомустюге. Их чествовали в культурно-досуговом центре. Там прошло театрализованное представление, посвященное Сталинградской битве «Ты помни, никогда не забывай». Великоустюгская самбистка Анна Батакова стала победителем первенства области по борьбе с самбо. Аня становится чемпионкой второй год подряд. Впереди юную спортсменку ждут новые вершины спартакиады России Северо-Западного федерального округа по самбо.